Кстати, идет монтаж одного видео. Следующая распаковка готовится. Ну и надеюсь, как раз придет вдохновение, чтобы шить, шить и шить. А тут не включилось. И тут, а тут включено. Тут все включилось. Не горело. Снимаем. Угу. Кто знает, почему я такая красивая сегодня, вся китайская. Или это какая я? Китайская? Китайская. Всем привет. Так вот, вот такая я китайская красивая, потому что мы сейчас будем распаковывать, как я обещала. Ну иди, иди, надо же с хейтерами поздороваться. Всем привет! Я знаю, что есть кто любит смотреть на мою лакуську. Да? А есть кто не любит? А есть кто не любит. Им всем минус в карму. Так, все, подружка, иди. Все, она потом перестает мешать. Так вот, я в прошлом видео пообещала показать вам. Так, это наши журнальчики тут приехали. Кому интересно, пишите, покажу наши журнальчики. Мы есть в журнальчиках. Все это довоенные дела. Так вот, я обещала показать вам старинные японские кимоно. Мы их покупали на аукционе. И мы их используем внутрь дорогих сумок. Если получится, мы даже покажем вам эти сумки. Получится? Чуть-чуть. У тебя есть одна. А, у меня даже есть одна, точно. Покажем. Так вот, это куски старинных кимоно японских. Посмотрите. Какая красота, видите? Их даже жалко ставить теперь на подклад. Будем делать из них сумочки и косметички. Да, их теперь жалко ставить. Ну, тогда были покупатели. Поэтому можно было. Сейчас здесь, где мы находимся, будет сложно реализовать то, что мы делали. Поэтому они пока полежат, а мы подумаем. Ну вот они приехали ко мне, видите? Это вот распарывались кимоно. Видите? Это прям раритет. 1905 что ли года? Да. Подумаем. Может быть, мы даже сделаем из них подушки. Я тоже думала. Или обобьем мебель. Используем в обивке. Еще маленькие не все показала. Маленькие еще не все показала. Нет, там... я буду показывать. А это что? Я буду показывать, вот как лежит, потому как это шикарно. Это вот прям целый пояс, да? Угу. Да, это... А, нет, уже тоже резанный. Ну, уже тоже был резанный. Целый, изнанка и с лицом. Да. Ой. Птицы, покажи, какие птицы вблизи. Павлины. Даже запах имеет такой вот... Раритетный. Древности, да. Запах древности. Ну, оно вещи, вот они... Имеют свои запахи. Посмотрите, какая прелесть. Так, не пугаемся, что у нас там падает. Журавли. А это такой большой тоже, глянь. Он. А, он вот так был, да, сшит. Он был двойной. Он был двойной. Можно так прям сумку и делать. Да. Ну, посмотрим. Надо будет сделать одну, посмотреть. Себе, тебе. Гляньте, какой огромный. Может, мне его попробовать завязать? Как он смотрится. Тут прям можно целую вещь сделать. Надо придумать что-то. Такое красивое. Собака смотрит. А она запах слышит, вот как в музеях. Там, где старые какие-то вещи продают. Ой, продают, простите, показывают. Где всякая старина, старина. Такой, извини, дорогуша, разляглась. Прям норовит сразу улечься. Ой, а этот какой. О, ну вообще просто. Тоже распорот. Не пойму, где Вера. Денис? Пионы? Ага, вот Вера, так. Надо Вера. Вот так, да-да-да. Просто необыкновенная красота. Сейчас я его раскрою. Тоже. И он идет полосами, я смотрю.
Ну, там купон определенный, который повторяется. Угу. Я смотрю, они такие большие. Мы, может быть, в дом мебель обобьем ими. Вызовем. Я тоже думала, с табуреточкой угу. Какой-то. Там как мы... Значит, можно все продать. Как ты мне всегда говоришь, продать можно все. Но с этим я что-то не готова расставаться, если честно. Ну, тоже. Так, ну это тоже кусок пояса. Там не один. Ага. Тут тоже куски пояса. Ага, вот так лица. А это заготовки. Ой, какая красота для подушек. Я не помню автора вот этих картинок, но я знаю, что это вот какой-то автор был этих котиков всевозможных. Еще делают аппликации в этом стиле. И сумки такие делают. Да, да, да. На Кипре видела. Да. Шикарные вот такие. Будут или наволочки. Это что-то изнанка? Тоже. Нет, это лицо. Изнанка? Переверни. Да ты что? Что лицо, что изнанка. Какие красивые. Еще есть где-то одинарная сова. А у котов с этой стороны красота тоже, блин. Так, ты, может, наверное, это лицо? Наверное. Саша. Наверное. А, нет, это лицо, да. Вот изнанка. Здесь бледная изнанка. Да, да. Так. Это у нас замочки красивые. Распакуем, покажем. Давай. Замков у меня мешок. Ну, и будет вот еще да, еще будут вот красивые замочки. Вот красивые замочки. Ну, а эти железненькие. Вот длинненькие. Ну, в общем, замочки все знают, как выглядят. Так, что-то вот тут красиво. Это ленточки, это что-то. Это и щетки, мано, остаточки. Это все не выбрасывается, потому как такие древние вещи красивые. Их можно использовать до вот такого кусочка. Те, кто занимается пиццей, тем более знают. Это моя машинка вышивала, кстати. Сюда попала. Это кусочек сари, Индия. Как-нибудь покажу еще. У меня есть большие куски. Тоже в процессе размышления, что из них делать. Это наши запасы. Угу. Здесь нужно... Новогодние. Да, здесь нужно открыть и показать. Смотрите. Это я хочу красота. Салфетку сделать новогоднюю. А у меня еще есть подходящие, и ее можно не всю делать, а вот именно можно комплект сделать. Между прочим, ну, квадратик использовать. Из него вырезать. Из ну, этого. Что-то там порезать как-то, да. Но он прямоугольный, да, длинненький. Можно, да, сделать квадрат. Да, и использовать, прям сделать комплект целый. Вот еще сова. Классная будет подушка. Угу. У меня был период, я не любила подушки. У меня бабушка очень любила подушки. А это раритеты у нас, да? Угу. Так, смотрите, что у нас вот тут есть. Ой, решили сразу показать. Да, решили сразу показать. Это какой-то креп. Я не пойму, ну, даже хлопок. Относился к шелку. Вот как шелк. Вроде, да, как, вот как к шелку. Креповый шелк. Да, и решили вам показать сразу все сари. Посмотрите, я даже не знаю, сколько здесь метраж. Большой, точно не помню, но что там. Метр большой кусок. Здесь, да. Там прям обмотаться. 4 метра здесь есть точно. Может быть, даже с копейками. Посмотрите, какая красота. Есть лицо изнанка, но очень-очень незаметно. Я не знаю, как обматываются сари. Ну, как-то вокруг, как-то, а потом через плечо. Как-то это выглядит. Как-то. Да, как-то это выглядит вот так. Ой. И вот так. И через плечо. И вот так, да. Там оно как-то перекручивается. А, через руку, да, потом на плечо. Да, оно как-то там перекручивается. Как-то. И, в общем-то, вот она красота. К чему я все это вела? Ну, возможно, я просто сделаю тунику. Ну, туника, конечно, да. Конечно, обматываться я не буду, но... Не будешь так ходить, да, по городу. Почему по городу? В доме. Даже и в доме, что, будешь так обматываться? Я планирую...
Я планирую жить в доме летом, и вот можно сделать. Смотрите, какая красота. И руки прикрыты будут, и будет не жарко. И будет очень красиво. Это у вас остается еще кусочек. И можно будет сделать тунику, вот такую более короткую. Вот. Вот. И штаны. Вот тогда мне будет очень удобно. Ну, сделай. Правильно? Угу. Так, богатство. Богатейшество. А это тоже сари, да? Угу. Только поплотнее. Это более плотно. Да. Может быть, оно еще не мочено. Нет, это точно поплотнее. Раза в два толще. Ой, какое красивое. Посмотрите. Тоже Индия. Это нужно было одевать мне мою эту арабскую накидку, которую я сделала. Тоже можно сделать вот так тунику. Тунику и штанцы. А ты мне не хочешь все себе? Хочу все себе. А мне? Я жадина. А ты не любишь такие? Ну, если другое хочу. Я хочу сарафанчик. Он порватый там, смотри, посерединке. Видимо, пояс у него протягивали. Вот тут? Угу. Что, не видишь? Да. Думаешь, пояс протягивали? Не знаю, как вариант. Ну, тоже 1.4 метра. Не меньше. Да. 4. Ага, этот кусок чуть покороче того. Ну, в общем, вот такое богатейшество ко мне приехало. И Лаки смотрит. Что они делают? Все игрушки снесла уже. Как же, эти хвастаются две, да? И ты решила похвастаться. Та моя, моя. Фух, ну, в общем, вот такая красота. Я не помню, у меня, по-моему, еще что-то есть. Но все уже рассовали по ящикам. Буду, если что, доставать опять, вспоминать и хвастаться. Всем пока. Заходите на канал. Я со всем этим разберусь. И надеюсь, что мы все это будем вместе с вами шить. Поэтому я пропадаю ненадолго. Ну как же без тебя? Ты так меня сильно любишь. Всю мамину красоту съела. Так, Куся.